Один манге 1970 года выпуска. Республика Монголия. На реверсе монеты прописан ее номинал. Крупная цифра 1. Под ней кириллицей, принятой в Монголии с 1941 года, обозначено название денежной единицы. Надпись «Менге». Менге в переводе с монгольского языка на русский язык означает «серебро». Слева и справа полукругом растительный орнамент, соединенный внизу. Вместе соединения имеется цветок. На аверсе герб Монголии образца 1960 года. На гербе изображен всадник Арат, скачущий навстречу восходящему солнцу. Слева и справа колосья пшеницы, перевитые лентой. Под всадником видна шестерня, образ трудового народа и промышленного производства. Вверху герба расположена пятиконечная звезда, внутри которой помещен символ Саэмба, символ вечной жизни, солнце, луна и очаг у монгольских народов. Под гербом повторяется аббревиатура Монгольской Народной Республики Бонмао, дословно Бурд Нармандах Монгол Арт Улс. Внизу аверса указан год чеканки монеты 1970. Гурт монеты гладкий. Монеты изготовлены из алюминия. Вес монеты 0,75 грамма. Диаметр 17,5 миллиметров. Толщина 1,3 миллиметра. Чеканили монету на Ленинградском монетном дворе СССР. Средняя цена монеты 20 рублей.